нет. Ну, мне так, значит, показалось, вроде как похоже. Ну, хорошо. Ну, так вы... Хорошо, есть вопросы? Ну, вопросы есть или нет? Ну, или мы это будем рассуждать, да? Ну, вам, смотря на какую... Есть вопросы, как это... Хорошо, я слушаю, задавай. Ну, я задаю. Что, да, кто вы, кто вы по образованию? Инженер теплогазопостачания, вентиляции и кондиционирования. О, прекрасно. Значит, знаете соотношение между калорией и джоулем? Помните, нет? Нет. 4,2. Это любой теплоэнергетик должен знать. И любой школьник, который, который физику нормально учил. Я не теплоэнергетик. Вы просто плохо услышали. А, ну я плохо... Я не знаю, как будет звучать моя профессия на русском языке. Ну повторите, я вашу мову понимаю, только не быстро. Повторите помедленнее. Инженер тепло, газопостачания, вентиляции и кондиционирования. Ну, понял, кондиционирование, вентиляция, инженеры. Что ж это тут непонятно? Ну, так все равно это теплоэнергетик. Вы первый россиянин, который это понял. Да. Другие вообще. А откуда вы знаете, я россиянин, не россиянин? Ну, я с, по вашему диалогу просто... А, Канада? Вообще, в Канаде живет? Да, вообще, что такое россиянин? Что такое россиянин? Вы понимаете, что это гражданство, а не джелокейшн? Хорошо, подождите. Давайте сначала о чем. Я действительно не видел этот... Давайте сначала о чем. Давайте. Вы по национальности кто? Ну, по национальности русский. По гражданству Канада. Уехал в Канаду из Харькова, да. Нормально живется, не жалуемся. Ну и слава Богу. Я думаю, если бы жили бы в России, вам бы очень плохо жилось. Да. Ну и в России сейчас лучше, чем у вас живется. А в России лучше. Ну и не сейчас, и год назад, и 10 лет назад лучше было. Поэтому же я спросил, потому что не каждый знает, что там у вас на этом диване или там стол. Ну, понятно. Что-то за портретом. Ну, не каждый же знает. Поэтому я же спросил, клюет? Клюет. Вот видите. Смотрите, вы живете в Канаде. Ну. Я думаю, что у вас все нормально, все отлично, у вас на все хватает. Ну да, да. Сейчас вы хотите России. Что хотите? Да, вы скучаете за Россией. Ну я за Харьком скучаю больше, чем за Россией. Харьков-то пока в Украине. Харьков. Это на мове на вашей Харьков. А по-русски Харьков. Я же говорю. Как будет некрасиво звучать название моего города на вашей мове, я прекрасно знаю. Я его даже сдавал, я не помню, где сам в какого я его сдавал, по-моему, в Очаков. Как ваш канал? А ваш канал как называется? А ваш канал как называется? Я тебе звук спутил, так что хлопни свои хлебало. Да я для своих зрителей говорю, да. Ну там повесил портрет. Кстати, цей портрет, це може, блядь, ну відсотків, блядь, 5-10, зрозумію, що це таке. Ну, верніше, хто це таке є. Чи інше вони даже поняття не мають. Ну ряд. Ну тут хер з ним. Ну чувак живе в Канаді. Чувак даже російської мови він не розуміє, він не знає російської мови. Він розмовляє російською мовою, русським язиком.
Но он его не знает. Корень вообще даже не знает. Это как в Литве, Латвии и Эстонии. Вот эта быдлота живет, которая получила гражданство. В США, кстати, в США там тоже хватает. Там очень мал процент, но их там хватает. Вот этот быдлот. А в Германии очень много вот этого, блядь, быдла, которые себя считают немцами, но они на русский язык. Они не знают ни латвийского, эстонского, даже он не знает. Я готов поспорить, что он на 100% не осознает даже английского языка, он его не знает на 100%. Ну там, блядь, да, он там разговаривает, блядь. Но он его не знает. Да я тебя слушаю. Давай свою вербальную укродиарею продолжай. Интересно же. Ну, не знаю немецкого языка. Ну, что можно взять? Это же типичные россияне. Национальность там похуй. Вообще похуй национальность. Бурят, блядь. Украинец. Ну, это россияне. Это просто быдло. Ты уже повторяешься. Как канал-то твой называется? Я включаю звук сейчас. Включай. Да. Как канал твой называется? У меня канала нема. Ну ты ж общался. Я не блогер и не стример. Ну, я для... записываю ЗОС. Я записываю для инших людей. Ну вот, для инших. А кому же ты сейчас обращался? А кому же сейчас обращался? Сейчас кому обращался? К зрителям, правильно? Я тебе долбоеба говорю. Я записываю для людей, які викладають ролики в Телеграмі, Інстаграмі. Ну сейчас ты кому-то обращался же? К зрителям. Ну ти даже, ну я тобі говорю, ти даже не тянеш на Божий кончик. Ну, мені, блядь, цікаво просто з тебе нарізати, блядь, той портрет, тебе нарізати. Я акцептував твоє мнение. Я акцептував твоє мнение. Я даже не розумію, що Иного ожидать, в общем-то, я и не цікаво, следовало. Но речь не о том. Мені просто, блядь, цікаво. Як же ж, блядь, до тебе, блядь, сама ж та Канада буде мати відношення, ну, коли вони зрозуміють, що живе бидло, блядь, тебе бидло, блядь. Ну все, ти будеш слушати или ти будеш продовжувати? Ну ти ж, ну чувак, тобі, блядь, скільки, 70 чи 65, неважливо. Ну ти, блядь, тупий баран, блядь. Ну ти вже це говорив, я понял, понял. Ти живеш в самій розвинутій країні світу, блядь, і ти говориш, що ти русский. Если ты желаешь... Ты не читаешь про Россию, то ты чмо, ты конченый чмо. Ты английской мовы, ты 100%, блядь, за 80, ты знаешь, что английскую мову, блядь, на відсотків 40, блядь. И ты до цієї пори вжилась, ты знаешь, ты, як це, як хлист. Ты хлист. Ну ты закончил свою вербальную укродиарею или нет? Ты или будешь кажу, продолжать? Ты хлыст. Хлыста ты ебана, блядь. Ты просто хлыста. You may speak English with me, if it's more convenient for you. Let's start. А что ты мне цитую speak English? I'm from Ukraine. Что ты мне цитую speak English, блядь? Ты все, блядь. Да я тебя сочувствую, я тебя сочувствую, что ты... Я шусь ноги бы спитав, блядь, по английской мове. Я тебе... Так... Do you speak English, блядь? Я тебе не говорю, это ты только знаешь, do you speak English. Я тебе сказал, if it's more convenient for you, you may speak English with me. Дитина пішла в перший клас, в них була там англійська мова. Дитина прийшла, ну, малий прийшов, каже, do you speak English? Я думаю, нічого собі. Малий перший клас, тільки пішов в школу. Це тут, блядь, ну, да. Це хлист.
Я понимаю, понимаю. Every one jerks off as he wants. Это вот про тебя. Что там, заставочка у нее. И пропал. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривают. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один... В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский — это какой, чей, отвечает. Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Это русские группы. Мы сделали украинскому ударом на члены. Ударец! Да? Да. Украина, которая... Которая создана. Группа экономического...